И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы расскажем о бывшем муже певицы Юлии Началовой. Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, после смерти артистки отказался от идеи забрать их общую дочь Веру в свою новую семью. Ранее предполагалось, что 12-летний ребенок будет проживать с отцом, его нынешней супругой Ольгой и их двухлетним сыном, но затем Алдонин решил оставить дочь у родителей бывшей жены. Мать Алдонина Елена рассказала, что внучка будет жить с бабушкой и дедушкой по материнской линии, родителями Юлии, что сейчас девочка очень переживает, но у нее будет все хорошо, что они все дружат, все любят и уважают друг друга. Елена также призналась, что внезапная смерть первой жены ее сына стали для их семьи громом среди ясного неба. Именно экс-футболист ЦСКА и стал тем человеком, который встретил девочку в аэропорту по прибытии из Лондона, где она проводила каникулы, и рассказал ей о трагическом известии. Поэтому после разговоров в кругу самых близких людей Алдонин пришел к выводу, что дочери будет лучше переехать к бабушке-дедушке по линии матери, которые уделяли внучке большое внимание. Дело в том, что Юлия довольно часто уезжала на гастроли, ее родители нередко исполняли роль нянек для девочки. И теперь подросток окончательно переедет к бабушке-дедушке, композитору Виктору Началову и его жене Таисии. При этом мать Алдонина Елена сказала, что во всем будет помогать бывшим родственникам, так как тоже испытывает привязанность к старшей внучке. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!